Вот начало работы 4 августа. Тракторист Волков Владимир Иванович подъезжает, первый поворот делает. Еще не начинали работать. Пока осматривали дамбу. Вот он сейчас подъезжает к ней. Вот. Опытный, в общем-то, бульдозерист. Благослови его, Господи. Это Никита бегает, толкушки несет. Солому готовим. Это самый трудный пруд, потому что бетонный переход, слив воды, его надо заделать. Вот вода впереди. Все, один раз и нету воды. Комогориха раньше называлась. И вот бульдозерист работает, Волков Владимир Иванович. Он скрывается. А это вот мы укрепляли, оказалось узко. И он прямо гусеницами зависает, он все раздавит, 17 тонн. И дальше мы не смогли, вручную сейчас сделаем. Вот он долбит, пересыпает соломой, как самонит, остановить воду. Это тут у нас бетонный стёк был. Он там внизу маленько еще видать даже бетонную. Бетонную тоже. Вода как будто уже не идет. Но вода била там, он выбила бочежинку. И вот теперь поднимаем здесь. И она выше на полметра примерно этой половины. Вот надо переходить, будет сюда ехать с того направления. Самое опасное место. Четыре. Этот пруд по... просто потребовал ремонта, в дальнейшем перевести там, где вода будет подниматься. Здесь раз ниже уровень стека воды, мы выше не можем поднять. И поэтому он промерзает. И какая рыба-то, когда замерзает? А нынче уже можно было бы говорить, если бы мы сделали. Ну, он дальше там, видать, храм, я не знаю, видать, нет. Отсюда. Нас, наверное, не видать. Там где-то синенькое, если смотреть. Это беленькое, синенькое. Какой съемщик-то такой. Вот Никита кидает, видите как. А потом соломой перетрушивает. Вот работа. И глупостями заниматься некогда. Это лага. Вот он лог. Видите, как вода шла во время потопа, выбивала тут, она неслась. Это только потоп. И объяснения, даже гипотезы никакой нету. Потоп. Огромный потоп. Токи воды. Тут несколько километров воды было. Акулы, киты плавали. Ну вот перегородили это русло, где текло. И все. Вот начинается вот такое русло. Вот запрудили. Ну, так вода и текла. Вот таким руслом. А начинается прямо в деревне. Маленький ложок. Ну, совсем незначительный. Вот так. Откуда бы она была? Реки не было тут никакой. И вот он сейчас поднимает там повыше, а здесь по такое, как есть. Тут вручную придется все делать, а там трактор идет.
Волков Владимир Иванович. И сразу вспомнил Волкова, космонавта погибшего. Да, на Волкова фамилии много известных людей. Почему они Волков, неизвестно. Может, волков ловили. Кто фамилию тогда Волков знал, а мы-то только догадываться можем. Вот он. Видно, как леет. Сейчас поднимает маленько. Везде нагрудит больше. Не дай бог упасть где-то. Смерть. Садили ребята, половину умерли. Молодец. Пошел, задал ему сигнал. Вот все время у нас работают люди. Понимаем, всегда хорошие. Первый раз видим. Я вчера спросил, в среду, пятницу поститесь? Я, говорит, не постую. Не бастую. Как отец Наум Лестовка, он назвал листовка. Ну и похоже вообще-то, ударение не туда маленькое. Вот так. Вот он сейчас замажет здесь, повыше поднимет и уйдем на другую сторону. Вот где мы стоим, прорва отсюда смотреть, если то видно на том берегу. Вот. Две раздевалки, и вот где крещение происходило. Вот кто были у нас крещенные, им это будет очень интересно посмотреть. Мы поднимемся, уже заметно вода поднялась. Ой, немножко, сантиметров на 20, но это 20. Это не просто так. Все. Вот непрерывно, Никита, как машина работает. А то, говорят, он сбежал из Украины, чтобы в армии не служить. Так правильно и сделалось по этой причине. Зачем такая армия, которая на своих же натравливает? И в русскую не надо идти, если на Украину посылают. Вообще никуда не надо идти. Богу надо молиться. Не нравится, когда я говорю так. А кто защищать будет? Да нет кого защищать. Он Гитлер не родился бы и не зачался Шикель Грубер в эту ночь. Просто огрубело сердце людей. Они не понимают. А вот и Шикель родился. Грубер. Вот так, последний наваливает. Ну, это запасная будет у нас. Там Никита работает. Потом надо, мы бы деревья-то посадили, их повыдрали половину, наверное. Мы не рассчитали, нож-то большой. Но у трактора. Деревьев тут было больше, попилили, нужны были. И сейчас Владимир Иванович думает, как перебраться на ту сторону. Это по деревне, для трактора он пилить будет часа два. Ну, не два, но за час-то допилит. А тут-то несколько минут, и он же на той стороне был бы. Вот мы на лагерном пруду. Сток. Ветер тут сильно гудит. И вот бульдозер приехал. Бульдозерист Волков Владимир Иванович. Опытный, старый. А здесь еще никак нельзя сделать. Вот, чтобы зайти на эту насыпь с обратной стороны. А тут перегораживает у нас сток. И глина все
перемешанная, сразу тонет. Пришлось вот рядом верхний слой почвы снимать и им выкладывать себе дамбу, а вторую стыковать с нею, чтобы необходимый грунт потом подать. Вот я стою на плотине. Что такое плотина? Плотина это вот перегораживает воду. Искусственно созданный водоем. Вот он какой водоем. Сколько тут метров? 300, наверное, 200, это больше 200 метров. Там вот в кустах у нас была тайная баня в земле. Мылись. Рядом были пастухи, рядом вплотную, и никто не знал, в какое время топить, куда ветер дует. Все определяли. А зимой приходили охотники и жгли тут все, что у нас есть. Жили вот в нашей бане. Вот это лог. Вот он пришел. Вот он, видишь, как уже не тонет. Он насыпь вторую создает под углом, чтобы заехать потом уже с грунтом прямо на нашу дамбу. Ее надо поднять хотя бы сантиметров на 70, чтобы выровнять с той половиной, которая была до бетонного стока. А это вот все исковыренное, ну как бы и ни к чему теперь. Потому что трактор начал тонуть, проваливаться, он едва вылез отсюда. А здесь он совершенно свободно идет. Видите как? Травы какие вот. Сегодня уже третий день, хорошая погода с ветерком. Никита там огород. Здесь вот все загорожено было в прошлом году от коров, от овечек. Так хорошо сделано и сеткой тут, и прутьями. И вот насадили ветла, она дала везде ростки, вот она подряд. Все приходится убирать. Убирать вот она ветла. А почему? Потому что вот он рядом. Вот он. Вот он пойдет, нож не вмещается. И вот поэтому не могли вытащить эти уже приросшие деревья. Никита сейчас пилил. Вот они, видишь, хорошие какая ветла. Посадили черенки, она легко растет, приживается, чтобы корнями укрепить плотину. Ну и вот и по-нашему оказалось, что тут ниже уровень. В прошлом году мы не сумели сделать. Проще сказать, не успели. А нынче вот это первый день. Шофер говорит, да тут целую неделю простоишь, провозишься. Я говорю, Владимир Иванович, ты за один день сделаешься. Ну и похоже, да. За один день сделает. Вот оно. Видишь как? Он не проваливается. Почему? Потому что сухой грунт сверху везет. А этот-то как спахал, прошел. Даже сказать страшно. А тут ничего не пасут, ничего, солончаки, такие травы, так что тут никакой беды-то экологии нету. Еще это уже все зарастает. В прошлом году отбрали, а тут что? Больше 12 гнезд только береговушки сделали себе гнезда. Вот, покажу. Сейчас я пытаюсь здесь сойти вниз. Попытаюсь. Вот так. Перейти на эту сторону. Туда, где работает Владимир Иванович. Вот его насыпь. Я встал на уровень насыпи. Держу аппарат. Вот он идет сейчас. Как в деревне, все человек должен знать. Вот этот у нас жолоб, сток. Он почти 3 метра шириной. И высота 1, 2, 3, 4, 5. 75 сантиметров высота. Вода по полной будет уходить. Распорки сделали более мощные. Сколько? 6, 7, 8 метров только из досок. А обработкой пропитали. Ну, конечно, это не вечно, не бетон, но по-другому мы пока не можем. Это вот та наша
плотина так заворачивается буквой Г, выпуклая, в сторону лога. А в сторону озера она вогнутая. Вот он сейчас идет. Я стою прямо рядом. Вот я приближаюсь, чтобы видели, с какой скоростью идет, можно высчитать. Пятится. Все, отошел. И так-то не тонет он, ровно, ровно идет. Видно, что по гусенице. Почему сухой? Потому что. Вот тут уже прорыв остался, ну, метров 10. Он должен его в течение 2 часов, думаю, сделать. И тогда сразу пойдет глина на дамбу и по вдоль дамбы, там, где был бетонный спуск, с которым ничего не могли сделать много лет. Думаю, что сделаем. Мы молимся, и Господь поможет. Вот где применить свои таланты. Мы выходим, а Владимир Иванович спрашивает, а тут-то курить можно мне в лагере? Ну, вот это уже за территорией деревни считается, можно. Конечно, лучше бы не курили совсем. Вот так. Посмотри, опять берет груз. Вот я стою здесь. Кто никогда не видел, смотрите, как берется грунт. Целыми днями там ему жарко. 64-го года. Вот он сколько тащит. И верхний слой, он не тонет. И приближается к этому. Когда соединится сейчас, то по нему пойдет дальше. Я пящусь, чтобы меня он не придавил тут.